тоже взгляд туда. И в другой крем моих покупок, не только моих вообще, а закупок по гриму. Пойдем туда перейдем. Бриши. Я надо. Спасибо, что пришли. Татуировка, конечно, красивая. Да. Мне нравится. Разнообразие. На солидном уровне. А вот это понимаешь, что это? Вот это? Ну, глаз тигра типа. Молодец. Ты первый, кто заметил. Серьезно? Да, а никто не, видно, не понимает, вот так вот, типа, никто не понимает, что это сова какая-то сначала говорит. Хорошо, у меня что? Это вот пол вот этого. Что у меня? Вот это вот. Ну, только полностью посмотри. Полностью? Да. Ну, понятно, что лев? Ну, да. Помимо льва, что? Это я понял. Я пытаюсь рассмотреть что-то еще. Да я тебе подскажу. Вот это. Вот это тоже к нему относится. Крылья видишь? Крылья, да. Крылья, жало. Да, это мантикора. Скорпион, что ли? Мантикора это. Что это значит? Я не знаю, что это такое. Вообще он это лев с головой человека, но голову человека тут некрасиво было. С крыльями, с жалом скорпиона. Крылья туча мыши. И бык. Нет, это не бык. Это буйвол, что это? Это минотавр. Минотавр-то объяснять не надо. Хорошо. Смотреть в камеру не обязательно, сейчас иду канал. Ну прямо. Вот так? Вот так? Как будто по три просто руками, так ты знаешь. Ага, вот да. Ага. И теперь посмотри вот сюда, пожалуйста. С руками? Да, да, да. Не, кстати, на самом деле прикольно сделал. А у нас будет что-то тут наклеено или ты так? Номер. А, номер. Тут нет, я думаю, что что-то тоже. Новатек. Не, ну это форма сбора. А ну вот так только здесь, да? Можно в том. Здесь номера не будет. Здесь не будет? А фамилия будет? Фамилия внизу. Я уже засыпать просто начал. Надо выглядеть естественно. Не переживай, я тебя под хохлому не распишу. Так мы даже глаза твои не тронем. Будешь естественным. Синяками под глазами, да? Нет, вот прости, синяки я уберу. Твою мою, и синяки есть, оказывается. Ну ты вывел на чистую воду сейчас, конечно. Да нет, ну у вас у всех такие синяки, они такое название от синяков, и все загоревшие. Ребята, всем привет. Всем привет. Сегодня мы... Понятно. Нормально? Специально. Обрезал. Ладно, давай, нормально. Давай, ну говори, ты. Да говори, говори. Нет, говори, а я так. Хорошо. Ребята, всем привет. Сегодня мы будем сниматься. Что? Ладно. Сегодня мы будем. А, можно записывать? Сегодня мы. Ребята, всем приветик. Так просто. Давай. Во. Вот так. Вот так? Вот так. Ага, чуть поближе. Ну, пальцы прям соединить. Вот так? Да. Чуть руки вперед. Руки вперед. Вот так. Ага. Чуть повыше руки. Ага. Вот так. Хорошо. Так, и теперь по сторонам. Угу. Хорошо. И по готовности можно на грим. Да ему не надо, он и так красивый. Нет, нет. Пошли, Глеб, быстрее. Я регион, на которых хотел бы сыграть. Этихад. Энфилд. И Энфилд. Ну, диск. Синьки твои снимают. Я вот понимаю, поэтому и спрашиваю. Сейчас, секунду. Что-то меня дольше всех красит, мне кажется. Что-то кажется. Все плохо.
Нет, просто так хорошо, что я не могу тебя отпустить. Если было все хорошо, я вообще не приходил тогда. К сожалению, нет. Ты сегодня супер творческий. Хлеб просто рядом. С тобой расцветаю, братишка. Давай сюда вот. Помогу. Давай, на меня не пшик. Я не буду, вот. Он мешает. Уберите его отсюда. Все, вставай, я хорошо. Не надо. Я все вот туда. Не порти форму. Вот, смотри. Ты встань нормально, я на тебя не брызгаю. Тебя не жду, да? Ничего. Только ржем пока. Пока только ржем. А, сегодня что, динамо? Да, все. Во-во-во. Так, грудь, да, выпрями. Я не мешал, а помогал. Снимай его. Вот сейчас вот такие пойдут сейчас, да. Иди, а. Теперь за меня смотришь туда. Вперед вот так. Чуть руки к лицу. Да, вот так. Ты прям не сжимай сильно, просто чуть совсем так. Удаление. Ну-ка, Бара, кто фавориты, скажи все. С кого я буду болеть? За Локомотив, конечно. Фаворитов много. Давай, финал какой будет? Ну, будет команда в финале, которая вот здесь вот играет. Авангард, Локомотив. А с кем, не знаю. Хотел бы с кем-нибудь из московских, чтобы сходить на хоккей еще. А кто из московских там? Динамо, Спартак. Спартак, да? Ну, лучше Динамо. Динамо? У них арена хорошая. Хорошая, нет? Да, это нормально. С ними разговариваю, с ними. Тебе что-нибудь дать для волос? Средство какое-то? Там мне вот так даже они держатся нормально. Окей. Как скажешь. Болельщики. Открыли за футбол. Это что? Это где? Откуда? Это болельщики привезли подписать, попросили. Это какой год? Это где-то, наверное, 43-й. Нет, он 1907 год, но это, наверное, где-то 1908, наверное. Давай только чуть плечи развернем тоже, да? Сейчас я потом меняем. И покажи, наверное, на... Да. На это или да, на это? Да, да. Выбираем и хороший. На это, брат. Все, хорошо. Антон. Антон, слушай, привет. Через А. Антон, да. Леша, можешь? На уголочек садись просто. Давайте сначала. Похоже? Да нет, все бороды. Спасибо. Вы на этом сборе сильно упростили по длине бороды, если только не подаетесь. Да. Так, все? Так, Леша, Антона мы оставляем. В этой белой форме, да? Полетим играть. Потому что у ПСЖ, да. Да, и у них тоже много фанатов. Эмили. А куда летом летать обычно? Слушай, мы последние разы... Я помню, да? У нас Америка. Последние разы были не-не, знаешь, как было? Мы играли товарки со всеми такими, как с Баварией, с Арсеналом играли. А, на выездах? Да, с Баварией, с Арсеналом, с Фиорентиной, с Тоттенхэмом. Это вот этим летом. Да. Мы типа, ну, они сделали упор на не на тренировки, а на товарки. Мы, да. Мы, знаешь, сколько товарок сыграли? Около 20. Ждать вас еще в этом, ну, не надо, у вас и так тяжело. Нет, ладно, что такого, ходили бы с мейкапом. Да. После игры вы помыли. Занимайтесь.
Ну это не, кстати, вот эти вот штуки короткие смотрят больше, чем длинные видео сейчас. Ну да. Мы хотим с тобой похайповать. Я, короче, просто здесь на этих, да, на ответик. Да. Давайте. Смотри, отрейтингуй с первого по третье место. Беллингем, Педри, Дебрюйн. И почему? Ну, прямо сейчас, наверное, Педри с третьего по первое, да? Я понимаю, могу понять, что ты здесь забыл. Ты на гречке, на всем, тебе не нужно вот этого ничего? А где твои крашеные вот эти вот локоны? Ну, это было когда, 3 года назад. А, все, ты уже повзрослел. Нет, это было уже, я этого не видел. Это в 2020 году. Я только по телевизору видел. Чем ты занимаешься, помимо изучения языков? Я в основном выхожу, это игрок, по-моему. Ты тоже на базе? У вас база или где? Ну, база, да. Или на стадионе? База где, на стадионе? Я на стадионе. Да, Лерушка, дай эмоцию, как будто тебе на базу во Франции привезли гречку. Спустя 2 месяца отсутствия. Ну дай эмоцию такую. Ну, Андрей, ну не смущай меня. Давай теперь пальцем в камеру покажи, просто двумя. Не, вторую руку тоже опусти, да. Голову чуть ровнее на меня. Ага.